Что, Рачишка, YouTube платить перестал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин. Деньги нужны. Сам знаешь, в Warface хочу вернуться. А как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком. Это я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу, май! Работа подождет! Warface един. Воистину, Warface. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин и капитан Очевиден. И вот оно свершилось. Warface воистину един. Альфа, Браво и Чарли слились в единый, мощный, всеобъемлющий сервер СНГ. Нагибом пахнет. Многие этого ждали. А многие даже были против. Говорили, зачем нам эти днари с Браво? А кто-то говорил, зачем нам эти школьники-задроты с Альфа? Ну, кстати, изменилось не особо много. Практически ничего. Но об этом позже. Ебукешечка, ну паблик хоть ожил? О, хороший вопрос, капитан Очевидность. Паблик. Ребята, паблик, да. Паблик подожил. Я не говорю ожил, а подожил. Почему? Ну, потому что, конечно, наверное, многие, в том числе и я, ожидали прямо какого-то бума. Возвращение 415-13-го. Карту эстакада. Но этого, друзья, не произошло. И даже карта депо, моя любимая карта Warface, вне зависимости вообще от режимов, это карта, на которой я играл, наверное, чуть ли не половина всего времени, что играл Warface. Теперь она ищется. Раньше ее найти даже на альфа было практически нереально. Сейчас найти можно. Но чаще всего комната неполная. И количество бойцов колеблется где-то от 8 до 12. Не самый плохой вариант. Но хотелось бы, конечно, как в былые времена. Однако здесь надо понимать, что это связано не с онлайном. Онлайн сейчас, как скажем, на сервере альфа году так в 17-м, то есть онлайн великолепный. А дело во вкусах людей. В том же 17-м году на Браво, когда я играл, онлайн был поменьше даже, чем сейчас на альфа часто, например, летом. Но депо искалось очень быстро, и комната всегда была полна. То же самое было и на Чарли, ну и на альфа, конечно, само собой. Сейчас онлайн больше, онлайн большой, вполне хороший, прямо скажем, даже ночью, кстати. Однако та же карта депо уже не так активна. Причина проста. Ведь когда объединяли альфа, Браво и Чарли, объединяли, конечно же, тех людей, которые остались в Warface за последние пару лет. А это люди, которые в основном предпочитают играть пригород, ТРМ, ну и может быть какой-нибудь ангар с нефтебазой. А большинство пабликменов ушли на режим штурм. Там всегда было много народу еще до объединения серверов, там движуха, там приятно играть и качественно нагибать. Но в целом действительно стало лучше, паблик более живой. Если, например, не так давно до объединения даже на альфа, допустим, играешь ты поздно вечером, ночью или рано утром, тот же штурм искался плохо, не всегда, игроков могло быть немного, опять же, там, скажем, 10 человек в комнате. Но сейчас никаких вопросов. Наиболее популярные режимы, комнаты очень быстро забиваются до отказа, и люди играют в свое удовольствие. За это огромный плюс и огромный респект. Я бы даже сказал респектос. Warface, конечно же, лагает, да? Кэп, любимая тема, да, лаги, баги, фризы, телепорты. Итак, друзья, ну давайте включаем элементарную логику. Есть три сервера, каждый из них лагает. Причем стабильно. Да. Это там, понимаете, фризит и так далее. Вот три сервера, каждый из них прямо переполнен этим говнецом. Три сервера объединяются в один. Вот, понимаете, вот было три как бы, а тут один стал. Логика, как вы думаете, лагов больше станет или меньше? Больше. Нет, как ни странно, меньше. Да, друзья, когда я зашел, я, честно говоря, был удивлен, но, блин, как-то фризить, лагать стало реально меньше, чем до объединения. Это не какая-то хвала пустая у меня, это мое личное впечатление. Играется намного комфортнее. Однако должен заметить, что все-таки в некоторых боях у меня были фризы. Да, подфризивало конкретно, как это было совсем недавно. Вроде как наши разработчики эти фризы убрали, но, похоже, они нам соврали. Однако, честно, у меня ситуация после объединения стала, наверное, лучше даже, чем до. Бля, какой же я пиздобол, я не играю практически. А вот некоторые мои коллеги реально жалуются, реально говорят, жопа полная. Фризы никуда не делись, так же, даже больше, 10 мясорубок подряд и на одни и те же грабли. Предлагаю вам написать в комментариях к этому видео, какая у вас ситуация, потому что, как вы видите, мнения расходятся. У меня вроде как стало даже лучше, а у некоторых моих коллег, они говорят, даже хуже, но как минимум не лучше точно. И фризы опять появились. Ладно, расскажи нам, как разрешился величайший спор Warface? Бойцы какого сервера все-таки сильнее?
Ой, капитан, очевидность, эти детские разговоры, какие бойцы откуда сильнее. Ребят, ну, расклад в Warface всегда был одинаков. Сильнее всех, наверное, игроков в Warface играют 1% или даже менее 1% киберспортсмены, ну, соответственно, с альфа, потому что киберспорт всегда был на альфа. Вот, даже кто играл на Чарли, они потом переходили на альфа, и там свои тусовки киберспортивные существовали. Это само собой, что киберспортсмены должны играть лучше всех, это нормально. Во всяком случае, в подрыве точно, на других режимах не обязательно. Что касается просто задротов с альфа, браво и Чарли, ну, не знаю, я не вижу, то же самое, как бы играют они, у них все хорошо, они не жалуются, даже радуются. Всем из них стало играть, может быть, немножко тяжелее, потому что задроты с альфа столкнулись с задротами браво, с Чарли, тец с ними, соответственно. И, в общем, как-то через котел вот этот варится такое, истинное соревнование пошло. Я думаю, что им это нравится, потому что есть какой-то челлендж. Но так или иначе, все эти бойцы задроты с трех серверов будут себя чувствовать прекрасно, я даже сказал, великолепно. Потому что есть основная масса игроков. Тоже с альфа, браво и Чарли. И эти пацаны с альфа, браво и Чарли, конечно же, играют намного слабее, чем киберспортсмены и задроты с этих же трех серверов. Так что ничего не изменилось. На вершине горы 1% в виде киберспортсменов, потом такой неплохой пласт в виде задротов с трех серверов, и потом идет основная часть игроков, которые теперь наконец-то могут по-настоящему насладиться. Ведь их теперь будут дрючить задроты сразу с трех серверов. Перфекто! Понятно. Буду дальше танки играть. Но вообще, как ты оцениваешь объединение серверов? Твой вердикт. Ты знаешь, капитан Очевидность, в целом, я считаю, что объединение серверов, друзья, прошло успешно. Вот, ну честно, успешно. Почему? То есть, да, есть баги там. У игроков Дальнего Востока были проблемы, сейчас не знаю, кто-то говорит, вроде у них все нормально стало, починили, другие говорят, нет. Но тем не менее, такое глобальное изменение для Warface, с учетом того, что у нас обычно после любого патча происходит в игре, после любого обновления. Это я не знаю, прям, сука, ну орден Сутулова можно давать нашим разработчикам, ну серьезно, нашим мейловцам, вот этим инженерам всем. Я не знаю, прямо это премию какую-то. Я рассчитывал, что, ну я честно говоря, я думал, что я ж не заходил в Warface, вот. Я до вчерашнего дня в Warface вообще не заходил, потом зашел, стал нарезочку записывать, вот, да? Я не заходил, почему? Потому что у меня не было, честно говоря, особых сомнений, что, как бы, игра, вот, ну, объединили серверы, ну и слава богу, но неделю лучше подождать. Но каждый день мне писали, что все ништяк и даже лучше стало. Я даже в первое время не поверил. А оказывается, правда, ну, как минимум, не хуже. И на самом деле, это очень и очень нехилое такое, я считаю, достижение. Однако, это вопрос технической части. С технической, для уровня Warface, для того, какие у нас обновления, это просто шикарно прошло. Но есть и другая часть, скажем так, как бы, это, не знаю, маркетингово-аналитическая, не техническая, а именно реальная популярность игры. Онлайн у нас возрос. Да, он возрос, то есть все нормально, все хорошо, вроде как. Но, по факту, у нас пик был около 40 тысяч игроков, 37-40, потом онлайн подпрыгнул до 50, вот за последние сутки 49, ну, скорее всего, 49-50 еще некоторое время будет. Самые плохие опасения не оправдались, что многие уйдут. Но и самые хорошие, скажем так, надежды не исполнились, потому что многие думали, что вернется огромное количество игроков, которые ушло в свое время. То есть онлайн подскачет там, ну, тысяч до 70, например. Однако нет, нифига подобного. И тут еще большой вопрос, а подскочил ли, в принципе, онлайн из-за того, что вернулись старые игроки? Может быть, просто игроки из Браво и Чарли, которые не могли, например, нормально поиграть в паблик, больше активизировались и теперь играют не раз-два в неделю, а каждый день. Да и сама цифра пикового онлайна в 50 тысяч, это, конечно, круто, я не спорю, но ожидалось, конечно, намного большее. Поэтому техническая часть радует, а вот часть статистическая, ну, не вызывает, будем честны, какого-то восторга. Однако бить панику или, наоборот, радоваться пока рано. Мне будет интересно пронаблюдать до Нового года примерно, до декабря, что будет происходить в Warface. Может, онлайн возрастет, а может, упадет. А теперь скажите мне, друзья, что вы об этом думаете? О объединении серверов. Лагает у вас? Не лагает? Что будет дальше с Warface? Мне реально интересно почитать, что вообще вы думаете обо всем об этом. О том, что стали игроки с разных серверов вместе играть, что происходит и так далее. Мне интересно будет почитать, и возможно, что-нибудь из этого мы в будущем обсудим.